А юным жителям Ленинского района о правилах дорожного движения напомнили сказочные персонажи. До осенних каникул всего ничего, и учителя обеспокоены вопросом детской безопасности. Донести до школьников жизненно важные правила организаторы праздника решили в развлекательной форме. О самом интересном далее в сюжете. Ученики Ленинского района пошли в школу дорожных наук «Малыша» и «Карлсона». Сказочные персонажи рассказали детям о правилах поведения на проезжей части и дорожных знаках. Учиться играя – идеальная формула для младшеклассников, уверены организаторы праздника. Развивающая игра, игра, которая носит познавательный характер, обучающий характер, конечно, дает возможность детям запомнить лучше знаки дорожного движения, потому что это маленькие дети. И, конечно, только в игре они все это хорошо усваивают. В рамках инициатив президента сегодня в городе Запорожье очередной день недели детского творчества. Одна из самых величайших ценностей для человечества и особенно для наших детей – это, конечно, их здоровье. Сегодня вот этот день будет посвящен именно здоровью детей и воспитанию у них ценностей. Чтобы сразу проверить, как ребята усвоили информацию, для них провели конкурсы и викторины. Третьеклассница Саша со своими друзьями старательно вырисовывает новый дорожный знак. Этот знак я там нарисовала, что если красный свет на светофоре горит, то нельзя переходить. Я узнала о новых знаках, что я раньше не знала. И нужно пользоваться пешеходным переходом. Организаторы праздника надеются, что ребята унесли с собой не только хорошее настроение и сладости, но и жизненно важные знания. Чтобы осенние каникулы запомнились только хорошим, напоминают о правилах дорожного движения и взрослым. Ведь родители – самый лучший пример для детей.